Меня зовут Эльвира Новик, мне 21 год, мой рост 1,70 м. В этом году я закончила Ярославский театральный институт, курс Андрея Владимировича Зубкова. Дипломные работы, спектакль «Мне скучно без» по маленьким трагедиям Пушкина, роль Лаура, режиссер Олег Леонидович Нагорничных. Также мы играли в спектакле «Поздняя любовь», роль Лаура. Сейчас играю в Ярославском камерном театре в спектакле «Так хорошо и днем, и ночью», роль Лоранс, режиссер Ирина Авдюшкина. Владею английским базовым и французским базовым. Английский базовый разговорный.